Эти знаки зодиака исполнят свои мечты уже с 13 ноября. Они вытянут счастливый билет. Астрологи назвали три знака зодиака, которые исполнят свои мечты уже в ближайшее время. Этот период будет для них максимально удачный в этом плане, поэтому им нельзя медлить, а нужно брать быка за рога. А кто же эти везунчики, я вам сейчас расскажу. Только обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак Овен. Овны могут принять какое-то очень важное решение, которое круто повлияет на их жизнь. Возможно, вы чего-то боялись, а теперь сможете посмотреть своему страху в глаза и сказать ему: «Я сильнее тебя». Освободившись от этих блоков, вы действительно станете сильнее и решительнее. В знак благодарности за внутренние усилия судьба подарит вам шанс улучшить свою жизнь. Поэтому на следующей неделе вы будете полны сил, энергии и возможностей, чтобы добиться того, о чем вы долго мечтали. Второй знак – Скорпион. У скорпионов очень много материальных желаний. Такие уж они люди. Вселенная наконец вас услышала и сделает то, о чем вы ее постоянно просите. В период с 6 по 12 ноября вам может поступить очень выгодное предложение, приняв которое вы выйдете на новый уровень заработка и создадите для себя максимально комфортные условия. Кроме того, благоприятными будут масштабные покупки, недвижимость, автомобиль, акции. И третий знак. Им стоит сосредоточиться на собственном деле. Если у вас есть какие-то идеи, то начинайте их реализовывать прямо сейчас. Не ждите более подходящего времени, потому что его может и не быть. Не загоняйте себя в рамки. Займитесь тем, что приносит вам удовольствие. В результате вы получите славу и деньги. А благодаря этому сможете реализовать и другие свои мечты. И это Козерог.